Hello there Tim Kirby Russia subscribers. Today we have a very special hot take because it's coming from someone else. My longtime friend Valery Karovin just finished writing another book that is essentially one big hot take on the future of Europe. And so let's take a look at the official release of the book and find out what he has to say. It's такое столкновение И э, в этой связи хотелось бы сделать такой некий краткий анализ взаимоотношений России и Запада в целом, России и Европы в частности, и коснуться того, каким образом можно выйти из нынешнего напряженного состояния между Россией и Западом для того, чтобы, таким образом, чтобы это было безболезненно и для Запада, и для России. в этой ситуации мы находим нынешнюю Европу. Вот чему посвящена эта книга? Анализу, собственно, процессов, которые привели Европу к нынешнему состоянию. Но в ней есть и позитивный сценарий, как выйти из этой ситуации. Вновь вернуть себе субъектность, вновь стать цивилизацией, вновь стать Европой народов. Для этого нужно освободиться от доминирования США. And so, roughly speaking, the main thesis of the book is that Europe has hit a dead end ideologically. Basically, that Europe sort of lost the reason to live. Valeri believes that Russian influence over the continent, as opposed to Anglo American, would free them up mentally to rethink, restart, and ultimately survive the 21st century. и, собственно, парадигма модерна, которая и сформировала нынешнюю ценностную историко-политическую систему нынешнего Запада, которая дальше начала агрессивно навязывать себя всем остальным, в первую очередь России, как ближайшему цивилизационному соседу, такому как бы цивилизационному антагонисту, и делает это весьма агрессивно с помощью войн и э, таких вот постоянных попыток э, заставить русских мыслить в той, же, в той же парадигме модерна, а затем и постмодерна, которая стала следствием вот, западного исторического опыта. А, дело в том, что геополитика утверждает, что для того, чтобы между двумя разными цивилизациями, коими являются Россия с одной стороны и Запад с другой, не, возник, не возникал горячий конфликт, то есть вооруженное горячее столкновение, они должны быть разделены так называемой буферной зоной. То есть это некая полоса, не линия, а именно полоса, а пространство, которое должна иметь нейтральные качества, то есть быть нейтральной с точки зрения принадлежности как к одной, так и к другой цивилизации статус. То есть это то, что разделяет Запад и Россию от конфликта. Когда происходит соприкосновение, то либо в этот момент начинается война, которая становится неизбежной при соприкосновении России и Запада, либо она может не начаться в том случае, если между Россией и Западом сохраняется силовой паритет. То есть если Россия имеет такой же силовой потенциал, что и Запад, то в случае соприкосновения их непосредственного может сохраняться состояние мира или, как его мы называли в прошлом столетии, холодной войны, до тех пор, пока этот паритет соблюдается. Как только одна из сторон теряет свой силовой паритет, то есть свою силовую составляющую, это провоцирует более сильную сторону на агрессию. Как правило, это агрессором является Запад. If we go back to the end of World War II, the Marshall Plan in the West and communism in the East, Europeans were forced to play by outsiders' rules for the first time. But today's Russia is not the Soviet Union and is very focused inwards. Russia is happy to work with Chinese Confucian communism and the theocracy that is Iran. So a turn to Russia would give Europe the ideological freedom to rethink and restructure itself. Because in Moscow, no one cares what Italy's migration policy is or if the UK has socialized medicine. Россия — no и Потому что, как мы понимаем, сегодня эскалация нашего такого межцивилизационного столкновения достигла такого уровня, что многие поговаривают о возможности обмена ядерными ударами и даже, в том числе, о прекращении су существования человечества в силу вот этого. Такого апокалиптического ядерного сценария, который нам многие предрекают и который вполне возможен, если учитывать такую безудержную агрессию, идущую со стороны западных, в первую очередь, американских стратегов и ту, ту напряженность, которую они создают, постоянно, постоянно осуществляя возгонку вот этой эскалации противостояния России и Запада. So regular viewers may be asking Tim, why are you promoting your friend's book which is only in Russian? Well I've read at least half of Valery's books and I've really enjoyed them but the real reason is that the translation is coming soon. So stay tuned to Tim Kirby Russia hardcore on telegram because as soon as the English language version drops you'll hear about it европейские массы. это быдло, с которым вообще не надо разговаривать. Никогда элиты никакие и никогда. Ну, наши еще ничего, наши молодцы, хорошие, человеческие элиты. А европейские, западные в первую очередь, никогда не считаются с интересами большинства. Ни, ни раньше не считались в додемократическую эпоху, не в демократическую. Они абсолютно уверены в своей неуязвимости, в контроле, в медийном доминировании. Они абсолютно уверены в том, что они навязут этому быдлу, этим массам, любую точку зрения, любую самую дикую дичь и заставят всех, загонят всех в это стоило постлиберальных ценностей. И, а кто не будет загонять, сломают просто и, и уничтожат. Это абсолютный императив нынешних а, либеральных элит. Они неоднократно проверили это на практике. Они знают, какие дисциплинированные люди европейцы. Если им дисциплинированно говорят отправляться там в топку, они отправляются в топку. Там в концлагере отправляются в концлагерь. А если им от... шваб говорит отправляться в постчеловеческий дивный новый мир управляемый искусственным интеллектом, они туда отправляются. If you want to read The end of Europe together with Russia on the path to multipolarity in the original Russian? Then I've provided some links in the description for you. Let me know in the comments do you think that a turn towards Russia would give Europe more or less freedom to solve its growing pile of problems? So, anyways, guys, if you enjoyed this video and you like the opinions coming out of my big fat mouth, then uh, join up on my Telegram channel. That's Tim Kirby Hardcore on Telegram. Link, of course, in the description.